Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. Сегодня хочу вам рассказать о своих must-have'ах в уходовой косметике. Их, конечно, совсем немного, всего лишь два, но это те продукты, которые мне идеально подошли, которыми я пользуюсь сейчас постоянно и которые могу и вам посоветовать. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. И первый продукт, который я вам покажу, вот такая вот сывороточка. Это фирма Skin Doctors. Сыворотка Bio Serum Intensive Skin Repair Oil. Здесь 50 миллилитров. Я считаю, что это очень много для сыворотки. И она такого оранжево-розового цвета. У нее жидкая маслянистая консистенция. Она приятно распределяется по коже и также хорошо ощущается. Производитель нам обещает, что данная сыворотка поможет побороться с сухостью кожи, помочь чувствительной коже, а также справиться с рубцами. Но таких у меня, слава богу, на лице не было и нету. Обещает выровнять тон кожи и внешний вид лица улучшить. Я, если честно, с такими обещаниями, к таким обещаниям, точнее, отношусь всегда очень скептически, потому что выровнять тон кожи, улучшить цвет лица, ну, это, знаете, для меня, по крайней мере, из разряда вон выходящего. Но я, если честно, ошибалась. Если говорить про мою кожу, то моя кожа и сухая, и чувствительная, у нее есть шелушинки, которые, к сожалению, не отшелушивают практически ни одно средство, по крайней мере, для себя я сейчас не нашла ничего подобного. И когда данная сывороточка попала мне в руки, я как раз закончила курс пилинга, домашнего пилинга. Он состоял из 20 процедур, и он мне, ну, я так понимаю, что он мне не подошел, потому что после него состояние кожи еще больше усугубилось. Кожа стала еще более чувствительна, кожа стала шелушиться, внешний вид стал еще больше, еще хуже, точнее. Мне кажется, она стала более пористая, что ли. И чтобы вы понимали, насколько чувствительность увеличилась, то есть это просто даже когда вечером я там умыла лицо, еще что-то, вот так вот я надавливала на кожу, вот на эти места, и у меня сразу образовывались такие красные большие пятна. Вот до такого состояния была моя кожа убита, и я, естественно, пыталась ее напитать чем-то, как-то успокоить, но мне, к сожалению, ничего не помогало. И как раз в этот период я познакомилась с данной сывороткой, и какое же было мое удивление, когда буквально через неделю ежедневного применения я наношу ее и утром, и вечером перед своим кремом. Первое, что я заметила, это то, что ушла вот эта краснота, то есть постоянная краснота, с которой я просыпалась утром, да, в области носа. Она ушла и стала менее заметна. Конечно, на 100% оно прям не справилось, средство, за неделю с этим. Но для меня это было очень ощутимо. Кожа стала намного более гладкая. Сейчас же я уже пользуюсь ей на протяжении месяца. И вы знаете, у меня сейчас появились и другие сыворотки. И я их попробовала, но все равно моя рука чаще всего тянется именно к ней. Потому что все равно сейчас моя кожа сухая. Я не нашла для себя подходящего для себя там дневного крема или ночного. То есть я пользуюсь тем, что есть, но какого-то суперэффекта я не замечаю. Но я знаю, что после использования данной сыворотки и дневной, и ночной крем здесь уже как бы не особо важен. Для меня, по крайней мере. Я для себя заметила такой просто эффект, что если я пользуюсь данной сывороточкой, то и дневной крем ложится лучше, и то есть как-то лучше, что ли, воздействует на мою кожу. И ночной крем, и на утро даже я просыпаюсь, у меня кожа гладкая. При этом, кстати, нету никакого жирного, знаете, блеска, который зачастую бывает даже на моей сухой коже при использовании других продуктов. Что касается нанесения, она, я уже сказала, что она имеет маслянистую текстуру, консистенцию, но ее очень приятно распределять по лицу. Она буквально в течение 30 секунд, вот вы ее распределили по лицу, и она тут же высыхает, и ее вообще не ощущается ни на лице, только ощущается гладкость и какая-то разглаженность, в общем-то бархатистость, очень приятная кожа на ощупь сразу становится. Что касается расхода, то она очень экономичная. Я пользуюсь ей где-то месяц, и вы видите, сколько уже здесь израсходовано. В принципе, хватает буквально одной капельки, чтобы распределить ее по лицу, и этого вполне достаточно, даже для зоны декольте. Но я использую ее достаточно неэкономично, потому что мне просто нравится
как она распределяется по лицу, насколько вот она мягкая, насколько шелковистая дает после себя ощущения, также для зоны декольте, и, в общем-то, я не скуплюсь на нее, и, как вы видите, совсем немножечко здесь использована. Я не знаю, как она будет себя вести ближе там, к весне, да, к теплой и летом, посмотрим, это все-таки зависит от состояния моей кожи, но на данный момент я не представляю себе уход без этой сыворотки, потому что она действительно мой спаситель. Поэтому присмотритесь, возможно, кто-то для себя ищет тоже подобный уход, и эту сыворотку я могу с уверенностью советовать именно девочкам, у кого такие же проблемы, как и у меня. И второй продукт — это вот такой вот карандашик, это тоже фирма Skin Doctors ZTZPR Advanced Formula. Здесь такая вот крышечка, вы его открываете, и здесь как такая, знаете, в общем-то шарик внутри и такая марлечка, через которую, собственно, и поступает данный продукт к вам на кожу. Я уже в распаковке говорила, что у него такой, знаете, запах эвкалипта очень ощутимый, но это, конечно, если только очень сильно его вдыхать. А так, когда вы распределяете этот продукт на кожу, запах по типу что-то вроде звездочки, мне это никак не мешает. Данный карандаш предназначен для борьбы с воспалениями, ну, такие как прыщи, всем известные прыщи. Я человек, не страдающий особо сильными высыпаниями, в пубертатный возраст не было сильных прыщей, но, естественно, этим я страдаю раз в месяц практически стабильно, вот. Но иногда бывают и выскакивают маленькие прыщики, но чаще всего, если вы меня смотрите, я постоянно об этом говорю, что у меня очень часто выскакивают вот в этой зоне, в зоне подбородка, выскакивают прыщи. Чтобы вы понимали, про какие прыщи я говорю, это не просто точечка, да, какая-то. То есть сначала у меня появляется красное набухшее пятно, такого среднего размера, на следующий день оно набухает, и под кожей появляется целый гной, да, гнойничок. Вы меня простите за такие подробности, но просто чтобы вы понимали, как этот карандашик справляется с подобными проблемами и с какими. В общем-то, появляется гнойничок, через день он созревает, да, не маленьких размеров, у меня разбухает вот здесь вот этот прыщ, и где-то день на 4-й, на 5-й он созревает для того, чтобы его можно было выдавить. Оставляет этот прыщ какое-то пигментное пятно, вокруг него обязательно краснота, также, в общем-то, кожа, да, получается, слезает на данном месте. И это все очень печально, то есть где-то в неделю у меня растягивается на то, чтобы как бы побороться с этим прыщом, чтобы как-то в норму привести свое лицо. Но именно с такими прыщами мне не помогало ничего, даже йод. Йод помогал на стадии, только когда прыщ уже подсозрел, я йод намазывала, и просто йод помогал быстрее созреть данному прыщу. Все, получила данный карандашик, у меня уже была где-то, был прыщ, и была где-то, наверное, средняя стадия, то есть он уже такой на второй день, да, гной был заметен, но он не до конца созрел. Я использовала данный карандашик, и прыщ быстрее созрел, и он вышел. После этого я также мазала данным карандашиком, и вот этот пигментное пятно, краснота, она ушла заметно быстрее, чем обычно. Далее, в течение тоже какого-то там 2-3 недель, наверное, у меня снова вылез прыщ, и вот как раз на стадии, когда он только-только, то есть я когда чувствую, что у меня, знаете, тут красненькое пятнышко, и я так трогаю, и такой бугорочек уже где-то внутри там есть, я использовала данный карандаш. Кстати, производитель советует его использовать несколько раз в день, наносить точечно на именно пораженный участок. Так я и делала. И хочу сказать, что вот этот подкожный прыщ, он не успел созреть, то есть вот эта краснота и набухлость, она как бы осталась, и буквально на второй день у меня просто он прошел, прыщ, то есть он просто рассосался, я не знаю, как этот карандаш воздействует, но тем не менее данный карандаш не дал этому прыщу созреть, несмотря на то, что данная косметика была прислана мне на обзор, я осталась ей безумно довольна, и она мне очень подошла. Это, кстати, австралийская косметика. Также мне прислали брошюру данной косметики, чтобы посмотреть вообще полный их ассортимент, и у них много средств, которые помогают бороться именно с какими-то проблемами, например, такими как купероз, то есть крем от купероза. Очень много картинок, да, то есть где фото до, фото после, как тот или иной крем справляется с данной проблемой. Также есть крема, которые справляются с мешками под глазами и синяками. Данная косметика все-таки направлена больше на результаты, то есть на получение какого-то результата, если у вас есть проблемы. Это было все на сегодня.
сегодня. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И не забывайте меня поддерживать пальчиками вверх, если это так. И всем пока-пока!